уважаемые телезрители! Сегодня будем готовить слоеный пирог с куриным мясом и сыром. Для этого нам понадобятся следующие продукты. Филе куриной грудки 3 штучки, лук, чеснок, перец черный молотый, яйцо, соль, приправа для курицы или любая другая по вашему желанию. Слоеное тесто. У меня тесто слоеное дрожжевое и магазинное. И натертый сыр. Форму мы потом смажем маслом и будем укладывать сюда наш пирог. Для начала приготовим фарш. Мы прокрутили фарш вместе с чесноком. А сейчас лук нарежем мелким кубиком. Мы нарезали лук средним кубиком. И мой личный лайфхак для вас, чтобы не плакать при резке лука, вы просто перед этим набираете в рот холодной воды и режете лук. Таким самым образом просто не хочется плакать. Наш подготовленный лук мы отправляем к фаршу. Добавим к нашему фаршу одно яйцо. Надо это все посолить по вкусу, как вам нравится. Кто-то любит больше соли, кто-то меньше. Добавить черный молотый перец, тоже по вкусу. И приправу любую. Я добавляю приправу для курицы. Там есть сладкая паприка. И теперь хорошо мы вымешаем наш фарш. А теперь мы посыпаем наш стол мукой и будем раскатывать наше тесто в тонкий пласт. Получится. Мы его раскатали в тонкий пласт. Таких пластов должно быть всего два. И сейчас мы берем стакан и начинаем вырезать вот такие кружки. Теперь берем фарш двумя чайными ложками и начинаем раскладывать на наши круглые лепешки с тестом. Вот таким образом. А теперь берем наши лепешки и делаем вот так. И на смазанную форму масла мы начинаем выкладывать вот в таком виде наши лепешки. Вот показываю еще раз. Складываем вот так пополам. Потом вот так зажимаем. Ставим. И так далее. Вот такой первый ряд у нас должен получиться. Следующий ряд по кругу у нас будет с начинкой из сыра. Поступаем аналогичным образом. Берем сыр, кладем на середину. Посмотрите, какой у нас сырный слой получился.
Теперь мы будем дальше чередовать. Следующий слой здесь будет из мяса и заключительный внутри с сыром. Потом при желании можно все посыпать сыром. Но я буду смазывать яйцом и немножко присыплю сыром. Вот для приготовления такого пирога диаметром 28 сантиметров формы у меня ушел один пласт. Второй остался, я что-нибудь из него еще сделаю. Сейчас мы наше изделие смажем яичным желтком. И я присыплю наш пирог оставшимся сыром. Вот так сверху чуть-чуть. Выпекать мы будем наш пирог при температуре 180 градусов 30 минут. У меня остался второй пласт теста, и я решила его использовать по назначению. Я свернула вот такой рулет, то есть раскатала тесто, размазала фарш оставшийся, и вот такие рулетики у меня получатся с фаршем. Вот на такие кусочки я сейчас разделю. Теперь мы наши рулетики смажем яйцом. И я все-таки хочу перевернуть вот таким образом, чтобы начинка наша никуда не вытекла. Вот такой пирог у нас получился. Посмотрите, какой он. Румяный, с сырной корочкой сверху. Если есть желание, можно еще присыпать сыром, пока он горячий. Или зеленью. Но я этого делать не буду, мне и так вот нравится. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, что там внутри. Режется мягко. Вот какой у нас пирог получился в итоге. И в разрезе он красивый. И на вкус, думаю, тоже очень вкусный. Готовьте для себя, своих близких, удивляйте. Приятного вам аппетита, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.